Всем привет! Сегодня будем готовить салат мимоза по рецепту времен СССР. Этот вкусный салатик многие из нас помнят из детства. Раньше ни одно празднование не обходилось без мимозы. Я и сейчас его время от времени готовлю, и все с удовольствием кушают. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Разделяем яйца на желток и белок. Желток отставляем в сторонку. А белок натираем на крупной терке. Дальше на этой же терке натираем по отдельности сыр. Морковку. Лук режем мелкими кубиками. Берем тарелку, в которой будем подавать, выкладываем туда консерву без масла и разминаем ее вилкой. Распределяем рыбку по всей плоскости, чтобы везде было равномерно. Посыпаем луком. Смазываем немножко майонезом. Натираем прямо над салатом подмороженное масло. Сверху распределяем яичные белки. Немножко соли. Смазываем опять чуть-чуть майонезом. Дальше выкладываем слой тертой картошки. Немножко солим опять. И также смазываем майонезом. Теперь морковка. Сверху на морковку сырную стружку выкладываем. Еще немножко майонеза. И в завершении трем на мелкой терке желтки прямо над салатом. Салат выглядел более празднично, украшаем ее веточками укропа. Вот и все. Очень вкусный салат мимоза по рецепту времен СССР готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.